что значит он пишет нижние сферот отраженного света, которые соединяются в килим прямого света. Есть в воздействии высшего света и в воздействии нижнего кетер и девять сферот, которые выходят из кетера. Так в воздействии высшего света, как он тут говорит, девять нижних сферот отраженного света, которые соединяются в килим прямого света. Да. Вопрос, что такое килим прямого света, потому что мы знаем, что прямой свет светим всем одинаково. Килим прямого света — это девять высших сферот. Так что имеется в виду, что прямой свет светит одинаково всем? Не слышу. Что значит, что всем светит одинаково прямой свет, и все-таки это килим, который светит? Да. Так он не светит всем одинаково? Это не простой свет, который светит равным образом всем. Это келим, который светит. Как понять, что такое прямой свет? Прямой свет относится ко всем одинаково. Он не производит разницу между тем, кто реагирует на него так или иначе. А для всех одинаково. Но в отношении отраженного света уже есть разница. И в соответствии с этим прямой свет облачается в отраженный. Спасибо.